В Люберецкой администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители структур выступили с докладами о проделанной работе за минувшую неделю. Подробности смотрите в нашем сюжете. Жители поселка Октябрьский обратились в администрацию округа. Они сообщили о проблемах ремонта дорог, вывоза мусора, содержания остановок общественного транспорта и благоустройства дворов. На минувшей неделе глава городского округа Люберцы совершил традиционный велообъезд территории. В субботу проинспектировал и встретился с жителями поселка Октябрьский. Выслушаны предложения и пожелания жителей поселка. Все поручения взяты на контроль. В городском округе продолжают действовать обязательные нормы эпидемиологической безопасности. В парках и общественных местах горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты. Мы же, в свою очередь, проводим регулярную дезинфекцию мест и поверхностей общего пользования, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Аттракционы в парках будут работать при заполняемости не более 50%, однако соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм не является стопроцентной защитой от коронавируса. Горожан призывают вакцинироваться. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.